cha-cha. Grr-ha-ha. Grr-boom-ba. Grr-ha-ha. La-l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 a. Другие подарки, да, которые припер Дед Мороз на 7 января. Припозднился дедушка. Какой подарок Дед Мороз? Она не жмется. Это что? Кукла. Она китайская? Ну, может быть. Вообще, какие куклы бывают? Подделки и... А подделки они какие? Вот практически как такая. Вот две подсказки. Но почему две подсказки? Ну, видимо, для... А где вообще складыш? Что тебе не хватает? Складыш. Ну, это, конечно, можно маме отдать. А папа, можешь? Ну, ладно, потом с тобой. Детали ненадлежащего качества, да? Так. Дальше. Вот это кукла Клоудед Ходор. Папа, Маш. Чьи куклы? Эту не открыть вообще. О, молодцы. Оу. Где открывать? Ну зачем тут скотчем сделали, ну а? Папа, у меня хотя есть такая куколка, которая сидит, но меняет цвет трусиков. Не подделка. Она вот эта. Трусики не главное. Вот в нее влезет вот этот костюм. Много мусора у тебя. Почему? Ну смотри, сколько мусора. Ну да, много мусора. Больше, чем игрушек. То же самое. Болтик. Нет, это не то же самое. Бутылка нормальная хоть. Нормальная это какая? Ну... Хорошая бутылка. Ну, хорошая это какая? Которая вот так. Чем ее хорошесть определяется? Потому что она мягкая? Да, она мнется. Ну, то есть это не Китай, да? Это Китай, это не Китай. Понятно. Это вообще Япония. Япония? Да. Ой, золотой наряд.
но он хотел, ей не влезет. И хорошая была мысль сделать этот костюм. Ладно, тут вчера мы не оденешь. Но вы не убегуйте, нормально их хоть. Последняя большая. Это кто? Тоже кукла? Да, тоже кукла, декор. Она прям в домике? Да. Вот ты видел, у меня там есть домик. Это у меня является шкафчиком для кукол. Миледи, открывайтесь! Здесь должна была быть подсказка. Почему здесь подсказок нет? Очередной раз налюбили. Вот это точно икония. Да? Да. Определила, почему. Здесь нету подсказки. Это ведь подсказки бывают только в оригинальных? Да. Оригинальные производства чье? Российские. Пожалели меня без котя. Зато здесь есть вот эта палка. Какая? Ну, чтобы прицепить к сумке. Где такая? Что там написано должно быть? Вот. Вот. И вот. Сразу три. Ступенция. О. Голова отдельно от тела. Это и сама куколки, я подумала, нет. Мне кажется, она какали на голову. Это какой-то запах. Вот, пошел. Вот эта девочка. Ой. Это вот эта девочка. Вот эта девочка. Логично. Я бы тоже подумал, что девочка. Вот это ровно лучше бутылка, потому что это, блин... Розовая? Да. А вот это вообще поддельная. Они же из одной упаковки. Нет. Нет, вон там розовая и синяя. Вот у меня было у одной подделки такой же. Только это было белое, я разукрасила. Она же в платье должна быть. Вообще тебе эти игрушки. Что? Вот эти именно куклы тебе удовольствие доставляют какой-то? Да. Мне кажется, просто... Бесполезный подарок. Ты даже их в руки потом не берешь, после того, как сейчас вот их посмотришь и сложишь в одну кучу. Нет, я их беру, я с ними играю постоянно. Ну, посмотрим. Честно говоря, я с прошлого года ни одной не видел. После потому того, они... как ты их из холодильника вытащил и все. Просто я вот это, они были в домике, я за ними никак не могла сходить. Не очень. Ну, понятно. Сейчас посмотрим. А эти тоже в домик помещают? Нет. Нет пока. Нет пока. Может быть, нет пока. Так, ладно, дальше что-то надо. По ходу пьесы. Я понял. Вот это жесткое, вот это мягкое. Понятно. Ну, что за смысл? Япония, Китай. Обычный китайский. Все. Только один китайский. Так, мусор потом уберешь? Да, уберу. Все уберу. Игрушки нет. Так. Шоколадка Милка. Понятно. Иконы не будем делать. Это что у нас?
Это у нас игра с вот такими конфетами. А это может быть даже не игра. Давайте откроем. Кажется, это какой-то сладкий подарок. Да. Это сладкий подарок. Ты говоришь, игра. Это игра, подарок. Вау. Ну ты показывай, что там в пакетике. Вау. Не так. А с обратной стороны должна раскладываться. С обратной стороны. Понимаешь меня, нет? Я не знаю. С обратной стороны. Я не знаю. Это как вот обратная сторона, только другая. Здесь? Нет. Здесь? Обратной стороной. Ты ее смотрела сейчас, какой стороной? Короче, там карточки и фишки. Нет, там одна карточка. Зачем отрезаешь? Так разрежу. Нет, просто мне не получилось. Дай посмотреть. Что здесь написано? Я еще сама не прочитала. Смотри, вот такие фишки. Тебе здесь поздравляют с Новым годом, желают тебе, чтобы мечты сбылись, пусть тебя окружают верные родные люди, успехов в учебе и долгих памятных сладких подарков, твой Дедушка Мороз. Так, что там еще в пакетике-то было? Там еще были... Вот такие фишечки были. То есть, исходя из количества фишек, играть в нее можно втроем. Ну, здесь можно взять две фишечки. И та-да-да-да! Понятно, остальные конфеты. Последний подарок на сегодня. Это что такое? Свинка. Свинка. Ну, здесь, такая, в принципе, что и следовало ожидать. Внутренности сладкого содержания. У меня сегодня две шоколадки. Так, это все? Нет. Нет, с подарками все? Ну да. Ну тогда говори всем до свидания. Есть мы будем их одни и в темноте, чтобы никому не показывать. Пока-пока. Всем пока-пока.